знаєш. Гості нашого города. Мы рады вас приветствовать на матче чемпионата России по хоккею с мячом. Высшая лига между командами. Старт. Город Нижний Новгород. Строитель. Город Сыктывкар. Ебали нахуй. Наши же, блядь, спокойно. Один хуй, да, в ручной миллиона. Звучит государственный гимн Российской Федерации. Номер 16 Александр Батяшин. Номер 18 Алексей Киселев. Номер 24 Евгений Черепанов. Номер 25 Леонид Питер. Номер 99 Руслан Галюзин. Далеко держала. Не понял, как это? Незаметно, блин. Это называется стенка. У вратаря руки это. Из хуя растут. Или из жопы, блядь. С передачей Сергея Хрящева. Номер 4. Это и Хрящев, блядь. Мяч ворота команды. Старт забил. Михаил. Молодцы, хули. Вратарь, что-то у нас сдать его нахуй надо. Да? Зум прыгаю. Пустые ворота уже, вот, все, эти уже стоят, и могут все эти, блядь. Мимо, блядь. Давай!
За удар кругом на 10 минут удален Михаил Сывунин, номер 10, команда «Строитель». Нашу за так, такую же хуйню удалили. Ну, я не знаю, как это называется. Нет. Давай, давай, нажимай! На 10 минут за срыв атаки удален Максим Фасхудинов, номер 5, команда «Строитель». Уважаемые болельщики, администрация Московского района, спортивный клуб «Нижегородец», хоккейный клуб «Старт» поздравляет вас с наступающим Днем Красной Армии! День защитника Отечества! Да, Ирка, за мной приедет. Да. Вниз, ну, грызу, как бы.